Век цифровых технологий кое-что остается неизменным. К этому можно отнести и радио, которое в России работает с 1895 года. Исторический рубеж, пусть и поскромнее, недавно был преодолен и Десногорской радиостанцией. Всем привет! Вы на волне 102.1. С вами я, Лирия Алексеева. И у нас сегодня грандиозное событие. Нам исполняется 10 лет! Голос Лилии хорошо знаком жителям Десногорска. Радиоведущей она работает со дня основания станции ДЛСФМ. На своем привычном месте она встречает и первый серьезный юбилей единственной радиостанции города. И, конечно же, в этот день мы работаем. Потому что любим наших радиослушателей, потому что любим наше дело, ну и потому что будний день. ДЛСФМ зазвучала 17 сентября 2010 года. Начало творческого пути запомнится сотрудникам в том числе и условиями, в которых пришлось осваивать новое для себя дело. Сидели мы вот на колоночке, у нас был стол, не помню, кто-то из дома принес, потому что мебель мы заказали, но она не успела приехать вовремя. Поэтому вот очень спартанские условия у нас были первое время в новом офисе. Сегодня, спустя 10 лет, ДЛСФМ – современная и профессиональная радиостанция. На волну 102.1 настроен практически каждый радиоприемник Десногорска. Коллектив ДЛСФМ успел провести сотни прямых эфиров, накопив багаж профессионального и музыкального опыта. У нас в эфире за это время проиграло более 2 миллионов треков. Это в основном молодежная танцевальная музыка, что является нашим форматом вообще радиостанции. Десятилетний рубеж – отличный повод подвести итоги проделанной работы, а также наметить творческие планы на будущее, которых, по словам самих сотрудников, у ДЛСФМ немало. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.